почему люди не говорят о ВИЧ-инфекции? Потому что некоторые боятся потерять человека, страх, испытывают боль при этом. Боятся реакции людей. Боятся реакции. С ВИЧ я живу уже около 17 лет с рождения. Мне 17 лет. У меня врожденный ВИЧ, иммунный статус, ВИЧ-инфекция. О своем диагнозе я узнала 9 лет назад, будучи в детдоме. Оказалось, что ВИЧ у меня с самого рождения. Мне об этом рассказала бабушка, потому что я у нее спросила, бабу, для чего я пью эти таблетки? И она мне начала объяснять. Я уж тогда была достаточно взрослой, мне было сколько? 9 лет вроде бы. Вот. И я уже все понимала. Я спросила, что я болею ВИЧ. Она сказала, что да. У тебя ВИЧ? И она плачет. Один раз с тобой было, да? Один раз со мной было. Меня моя приемная мать шантажировала, то, что расскажет Оле Джеймс. Это друзья, с которыми я там пообщались, и боялись, что они об этом знают. Какие чувства вы испытываете, когда смотрите на эти листы? Я вспоминала те состояния, которые я пережила в детстве, и это очень тяжело. Но да, лучше больше, чем ВИЧ. Почему так? Почему столько сломленных судеб? Появился наш фонд. Так же, как дети рождаются в семье, фонд – это тоже мой ребенок. И мой сон о моих 9 детей с ВИЧ, он был правда настоящим. Ведь сейчас у меня не только 9 детей с ВИЧ, у меня их вон сколько. Их правда много. Их 10 тысяч по всей стране. И это только дети до 18. Каждый из вас может сделать благое дело. Каждый из вас может помочь для того, чтобы наш фонд продолжал работу в такое очень сложное, неопределенное время. Для этого можно нажать на кнопку на нашем сайте izambayeva.org.